Братья и сестры, я думаю, что уже достаточно было бы, братья, слово не короткое сказали, достаточно было бы уже служения, но еще третье слово вам придется выслушать. Вы не устали? Но те братья, которые были на братском, наверное, уже, как бы сказать, полные. Но я хотел бы поговорить о молитве вместе с вами. Вы когда-нибудь задумывались, а почему вот у нас молитвенное, ну, не воскресенье вечером, а в пятницу перед воскресеньем? Не задумывались? Как? Страстная пятница? Каждый раз? Братья и сестры, это кузница всех наших богослужений, всех наших благословений. И от пятницы зависит, какое будет воскресное служение. Но если брат не прочитал, какую тему, ну а просто призвал к молитве, братья и сестры, можно же помолиться: Господи, благослови, чтобы в воскресенье у братьев слово было, чтобы слово было в силе Духа Святого. И многое-многое это зависит от нашего сознания и участие в пятницу. Но скажу вам так, что чаще всего христиане идут на воскресенье, а на пятницу мало кто приходит. Потому что мы до конца не понимаем суть ответственности, важности. Я хотел бы сегодня поговорить вместе с вами об одном муже Божьем, очень короткое имя его, Иосия. Иосия. И прочитаю я один стих, а потом мы с вами порассуждаем. Это записана книга Паралипоменон, 2, 34 глава, стих 3. «Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давидову, отца своего. А в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот, и от посвященных деревьев, и от резных и литых кумиров». Иосия. Вообще, значение этого имени очень красивое. Бог подкрепляет. Но, конечно, он не мог себе имя дать. Ему дали его родители. Но я немножко вокруг Иосии обстановку расскажу. Дедушка, его звали Манасия. Это один из царей, который царствовал очень долго, 52 года. И царство его было настолько богоотступническое, что он столько много идолопоклонства вел, мерзости всякой. И Господь допустил, его сковали и отвели в Вавилон. И там, в Вавилоне, он в тесноте своей, написано, но в тесное для себя время он воззвал к Богу. Великая милость у Господа, он его вернул назад и даже на его престол, царство. И когда вернулся Манасия, то он начал восстанавливать все. Все, что насадил, все, что поставил, убирал, очищал храм. То есть исправлял свои грехи. По-видимому, его жизнь и вот это отступление, оно уже сформировало жизнь его сына, которого звали Амон. Амон после Манасии, он продолжил нечестие, которое до своего покаяния делал Манасия. А у Амона рождается сын Иосия, и дело написано угодное во все дни жизни своей. Он был богобоязненный. Как интересно, что на него повлияло? Вопрос. Две утешительные мысли я скажу. Ну, первое, братья и сестры, если родители, то есть дедушки, бабушки, если родители не пошли за Господом, а вам предоставляют внуков, сейте. Сейте в их сердца. Если у вас были ошибки, говорите правду с чувством осознания своей вины. Бог силен это поправить, даже во внуках. Бог милостив. Я знаю немало случаев, когда бабушки
Они приводили своих внуков на богослужение, а на сегодня они дети Божьи. Они Господа славят. Второе. Если муж неверующий не идет за Господом, а ты сознаешь, ты мать, сознаешь всю ответственность, у написано у Иосии, мать была Адида. Ну, что она за родом и какая вокруг нее обстановка, неизвестно. Но кто имел право дать Иосии имя, как не мать, которая вкладывала, Бог подкрепляет сознание. Сеять в сердца детей, даже если мужья отступники, это никогда не бесполезно. Бог слышит молитвы детей. Но я бы вам привел один пример, вы это не знаете, у нас там недалеко есть церковь, и служитель этой церкви, у него была мать верующая. Кстати, он не он один служитель вообще в семье. У него мать была верующая, а отец неверующий, так и до конца жизни. А дети все верующие, и несколько из детей сыновья, и благословенные служители. Когда с верою, с упованием на Бога, с молитвами сеют. Ну вот теперь мы за Иосию еще поговорим, что Иосия – это один из тех, когда Бог наперед, по крайней мере, по моим подсчетам, где-то 270 лет до того, как он родился, Бог через пророка сказал, что родится Иосия, имя даже его назвал, который совершит, вот о чем мы сейчас прочитали, что он жертвенники разрушал, идольские все кумиры убирал, священников этих тоже сжег на их же жертвенниках, совершал великое очищение. Это был Иосия, это удивительно. Через 270 лет он родился с тем именем, которое пророк сказал. И написано, будучи еще отроком, то есть в 8 лет он стал царем. Ну, для нас это трудно нам себе представить, как 8 лет он может быть царем. Ну, развитие вот в этих жарких странах, действительно, оно намного быстрее. И, скорее всего, Иосия под таким напряжением, которое происходило между царствами иудейским и израильским, он уже рано был зрелым. Но в 16 лет, то есть 8 лет от царствования своего, еще будучи отроком, он начал прибегать к Богу. В 16 лет он начал прибегать к Богу. Я сделаю ударение на слово «прибегать». Вот как вы думаете, есть разница между приходить, искать или прибегать? Какая разница? Какая разница? Как? Еще. Кто еще говорит? Сестры, как вы думаете, какая разница между приходить и прибегать? Ну, если бы сейчас мы прочитали, и начал он приходить к Богу. Или, а почему-то написано прибегать. О, сестра, в точку прям, скорость, молниеносно. Движение. Вот разница есть. У меня есть разные внуки. Одного внука попросишь, сделай то. Ой, опа, да. А другого, он еще не все до конца понял, он уже сорвался и бегом. И бегом, и туда, и обратно. Разница очень большая. Вот написано, начал прибегать. Но вот чтобы нам было понятно, как это прибегать, я один случай библейский возьму. Это записано в книге Неемия, во второй главе. Я три стиха прочитаю, чтобы мы поняли, как значит прибегать. Книга Неемия, вторая глава, я со второго стиха читаю. «Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно, печально сердце. Я сильно испугался». То есть Неемия сильно испугался. «И сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному.
Вот давайте теперь представим себе эту картину. Это было неожиданно. Он как служащий при царе, он должен был царю дать вино, и вдруг царь обратил внимание, какое у него лицо. И он так рассуждает вслух, мыслит вслух, что интересно, ну, не болен, видно, что не болен. А вот какая-то печаль на сердце есть. И Неемия испугался, что кто-то нас понимает, ну, какие-то процессы. Как вы думаете, когда у вас на лице какое-то переживание, это заметно? Конечно, это заметно. Ну, хотя вы можете улыбаться, не подавать виду, но это все равно заметно. Он испугался. И теперь говорит, от чего у тебя печаль на сердце? И он сказал, что он печалится за Иерусалим, город разрушен, город гробов отцов моих. Ну, как не быть печальным? И он задает вопрос, вот чего бы ты пожелал? Я помолился Отцу Небесному. То есть, что произошло сейчас, вот в этот момент? Прежде чем сказать, он прибежал к Отцу. Но я не представляю, как. Я не думаю, что он сейчас упал на колени, или он сложил руки, он внутри, в духе, да? Это говорит о такой глубокой зависимости в духе. Он сразу прибежал к Отцу Небесному. Да, уже, по-видимому, это не один раз. Сразу я помолился. Вот это, братья, сестры, прибегать, вот это такая зависимость от Бога, сразу, в любой ситуации, в любой момент, сразу прибежать к Богу. Ну, может быть, когда-то у нас, когда трудно, когда тяжело, мы начинаем прибегать, а когда легче. В жизни нашей Бог допускает экзамены, не один раз. Я бы так сказал, братья и сестры, наша зависимость от Бога зависит не от нашей утренней и вечерней молитвы, а от нашей постоянной нужды в Боге. Нет, я не говорю, что не надо утром и вечером молиться. Это надо, это все на своем месте. Можно и еще и больше. Но различные ситуации, которые вокруг нас складываются, зависят, как мы нуждаемся в Боге. Мне, ну, мой родственник, я так не шибко, как бы сказать, хотел бы это, чтобы он узнал об этом, но мой родственник, он мне один раз рассказал, говорит, мне стыдно за себя, что я, будучи проповедником, ехали в автобусе, вот здесь в Саянах у нас, если кто-то, это когда в сторону Кызыла едешь, и там есть такие, как бы называются, мертвые повороты, и очень большие, как, да, пропасть, ну, так назвать, или как бы отвалы такие очень крутые. И они ехали на автобусе большом, междугороднем, Икарус, полный людей было. И водитель, когда повернул, и в этот момент автобус понесло, и понесло прямо в пропасть туда. И он говорит, в этот момент мы были двое в автобусе. Со мной был служитель, ну и я проповедник. И на весь автобус служитель, Господи Боже, ну, взмолился. А я сказал, мама! И вот, говорит, до сих пор я тебе признаюсь, я тебе рассказываю, мне стыдно за меня. Братья и сестры, а почему он так сказал? Нет, автобус точно остановился. И вот так, говорит, остановился, угол этого автобуса над пропастью застрял и качается так. Вот так. Остановился. Явно была чья-то рука. Но мамы тут не было. Вот это его беспокоило, это его трогало. Почему в этот момент я маму позвал? Нас определяет наша зависимость от Бога, как мы прибегаем к Богу. В жизни Иосифа начало благословение от того, что он прибегал. Он в 16 лет прибегал, он в 18 лет прибегал, он на протяжении жизни своей он прибегал к Богу. Бог удивительно через Иосию делал. Такое пробуждение было в народе Божьем,
Написано, Пасху они праздновали, такую Пасху не праздновали от дней Самуила. То есть это была необычная Пасха. В народе такое ликование. Народ настолько был вдохновлен служением Богу, и это зависело от одного Иосии. Он начал прибегать к Богу. Братья и сестры, когда мы молимся, Бог вокруг нас действует и всегда действует. Но когда мы всегда нуждаемся в Боге. Мне очень понравилось высказывание Джон Весли, это один из молитвенников. Он говорит так, все, что делает Бог, ну, вокруг нас, Он делает в ответ на молитвы. Конечно, это отдельная тема, нам это трудно сказать, а что Бог без молитв не делает. Братья и сестры, мы находимся два царства. Царство Божие и царство мира сего. Враг в царстве мира сего, он не иначе может отступать где-то, тогда, когда мы взываем, чтобы Бог Небесный в его царстве что-то нарушил, что-то убрал. Бог делает по молитвам. Если бы не было молитв в пятницу, нам трудно искать благословение в воскресенье. И если угасает молитва народа Божия в пятницу, это будет сказываться на всю духовную жизнь народа Божия. Как нам нужно бороться за молитву, чтобы мы в пятницу прибегали к Богу? Я сегодня на Братском рассказал, это такая ситуация, я подробно ее сейчас не буду рассказывать, но чудом Божьим я сегодня жив. Вообще сегодня я уже попрощался с жизнью. Наш самолет на приземлении, теперь мне брат еще один подсказал, который у вас здесь в авиации и имеет опыт, тогда он говорит, конечно, он падал, естественно, двигатель отказал. И когда мы уже были видны деревья, ну, самолет выбросил маски, но я в этот момент я взмолился. Ну и не только я, как бы сейчас сознание прокручу, я много помолился. И за детей помолился, и за себя, и много. И потом за вот этих всех, кто в самолете. И попросил у Бога милости, чтобы он дал мудрости капитану правильно принять решение. Чудом заработал двигатель, и мы благополучно приземлились. Братья и сестры, как важно вот в этот момент взмолиться. Если у нас дух зависим от Бога, вот какой урок нам преподает Господь через Иосию? Иосия, он был действительно богобоязный. Бог через него великую реформу сделал, великое пробуждение. Но экзамен в нашей жизни, он будет повторяться. Будут ситуации, когда Бог не только в юности это допускает, Бог допускает и в зрелом возрасте, и в старости допускает. Но почему-то, когда Иосия уже был 31 год управления царем, случилась такая ситуация, один раз Иосия не помолился. Один раз он к Богу не прибежал. А случилось так, Нихао, царь египетский, он шел войною в другую страну. Я вот этот случай прочитаю сейчас. Это записано в 35 главе этой же главы книги Паралипоменон, я 21 стих прочитаю. «И послал к нему Нихао послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский, не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мной, чтобы он не погубил и тебя. Но Иосия не отсторонился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нихао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим, уведите меня, потому что я тяжело ранен». Ситуация сложна была чем? Иосия, как бы имея уже опыт, не один раз, когда он делал доброе дело,
и Бог был с ним. Сейчас он встретился с языческим царем, который говорит от лица Божия. Вообще трудная ситуация, как вы представляете себе? То есть это языческий царь, и он говорит, меня Бог посылает, я иду от лица Божия. В этот момент, как никогда, нужно было бы узнать, Господи, ну от Тебя ли, что это такое, что происходит? Но на что он сослался, он не вопросил Бога, он выступил против Него. И Иосия умер. Я скажу вам, братья и сестры, я не думаю, что Иосия погиб. Иосия, жизнь его оборвалась, как написано, зачем тебе умирать не в свое время? То есть Богом было определено, возможно, еще 30 лет, чтобы он царствовал и было благословение, но он не прибег к Богу, и жизнь его оборвалась. Какой это урок для нас? Может так случиться в нашей жизни, мы прибегали, а когда случится опять ситуация, мы уже положились или на опыт, или не придали этому особого значения и не прибежали к Богу. И жизнь наша в опасности. Прибегать – это быть зависимым всегда. Сознание, вот почему на наших домах молитвы вот такие руки, что это они означают? А еще вот что, молитва, еще что сказать? А? Смирение, еще милость. Ну, единение. Братья. Да куда я руки-то тяну? От кого нуждаюсь? Я ничего не могу без Него. Я в Нем нуждаюсь. Наша молитва говорит о том, что, Господи, я бессилен. Я ничего сделать не могу. Но когда мы перестаем молиться, тогда внутренно, подсознательно мы говорим, я тоже что-то могу. И это опасность. И может даже нам на погибель. Сохрани нас, Господь, братья и сестры. Пусть это будет для нас уроком не только начать прибегать, а прибегать всегда. Прибегать в различных ситуациях к Богу. Бог действует сиюминутно, Бог отвечает мгновенно, тогда, когда мы в Нем нуждаемся. Аминь.